Устраивайтесь поудобнее, друзья, ведь впереди как минимум 90 минут захватывающего действа. Комментировать этот матч для вас будут Константин Генич и, как вы уже догадались, мой коллега Георгий Черданцев. Сегодня футбольный клуб «Краснодар» встречается с московским «Спартаком». Что нового приготовил для нас и, главное, для соперника «Краснодар»? Сезон перевалил за экватор, и можно считать этот клуб претендентом на место в Еврокубках в будущем году. Надо продолжать в том же духе, но при этом быть очень внимательным, потому что любая потеря очков будет на руку их конкурентам. Матч вот-вот начнется, так что давай дадим свои прогнозы, пока есть пара секунд. Мне почему-то кажется, что победят хозяева. Знаешь, а я бы никому предпочтение не отдавал. И мне кажется, будет ничья. Посмотрим на состав Краснодара. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Смотрим состав «Спартака». Соперник тоже использует построение 4-5-1. Да, акцент сделан на линию полузащиты с расчетом на точную передачу единственному нападающему. Краснодар делает ставку на привлекательный комбинационный футбол. И во многом поэтому ему симпатизируют любители футбола далеко за пределами Краснодарского края. Игра началась. Смотрим. Мяч покинул пределы поля. Без всякой паузы мяч возвращен в игру. Мамаев. Мяч в зоне атаки. Смолов! Как же так, он не попал, а? Такая возможность открыть счет уже на первых минутах матча. Не хватило ему собранности в этом эпизоде, но игра только начинается, и моменты еще наверняка будут. Денис Глушаков. Ещенко. Квинси Промис. Посмотрим за этой атакой. Похоже, они решили поиграть вдвоем. Есть хорош. Вот это удар! Угловой будет подавать «Спартак». Мяч летит в центр штрафной. Смолов. Это может быть опасно. Прекрасная игра защитников штрафной. Квинси Промис. Луис Адриан. Это может быть опасная атака. Один защитник отыгран. Мяч в штрафной. Не может его вынести защита. Дмитрий Камбар. Джано! Вратарь спасает, но эпизод еще не окончен. Головой отдал он мяч партнеру.
Что ж, краснодарский клуб сегодня встречается с соперником своего уровня. Матч обещает быть захватывающим. Очень на это надеюсь. По крайней мере, все предпосылки для того, чтобы мы увидели сегодня очень насыщенную игру, есть. Есть варианты развития атаки. Отобран мяч, надо возвращаться. Камбаров. С мячом вперед он идет. И эта игра в обороне, ну, знаете. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Все верно, края надо чаще задействовать. И подает в штрафную. И выносится мяч из штрафной. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хороший вынос мяча из штрафной. Луис Адриано. Самедов. Павел Мамаев. Отлично сыграно, надо решать. Здесь защита справляется, мяч отобран. Сергей Петров. Мяч потерян, отличный перехват. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Нужно выходить вперед, бей! Вряд ли этот удар можно назвать опасным. Действительно, не смог он как следует пробить голову, и получилось, ну, то, что получилось. Денис Глушаков. Джано. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Простреливает. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Краснодар в этой игре пока не забил. Вперед он мяч тащит. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Сергей Петров. Мамаев. Мяч в зоне атаки. Ну-ка, ты можешь все! Сбрасывает мяч. От штанги мяч отскакивает, забивай! Мамаев. Удар! Есть первый гол в этой игре. Хороший гол. Он, конечно, пойдет на пользу этой встрече. Мне кажется, сейчас мы увидим более открытый футбол. Классное исполнение, здорово он оценил ситуацию и пробил точно в левый угол. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Матч продолжается, и Краснодар только что повел в счет. Сердар Таски. Джано. Тут может что-то получиться. Мамаев. И еще один гол они забивают. Вот теперь крайне сложно будет сопернику отыграться. Все-таки надо будет забивать уже два мяча. Я бы сказал, что это удача, конечно, с одной стороны, но удача на таком крепком фундаменте мастерства. Я с тобой полностью согласен, Георгий, потому что здесь, по большому счету, и добавить нечего. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Глушаков.
Любимый счет Бориса Александровича Майорова. 2-0. Пока можно сказать, что смотрится он вполне уверенно. Я думаю, что он должен быть немножечко расстроен по итогам первого тайма, несмотря на то, что на его счету один забитый мяч есть, но он все-таки был близок к дублю. Но не сложилось. От штанги мяч отскакивает, забивай! Мамаев. Удар! Тут может что-то получиться. Мамаев! Краснодар провел хороший первый тайм. Посмотрим, что получится во втором. Это может быть опасно. Нет, не дошел этот пас до адреса. Фернандо. Из-за боковой игрок Краснодара введет мяч в игру. Может получиться интересная атака. Угловой удар, мяч у Краснодара. Не показывает он пока той игры, какую мы от него ждем. Сегодня он почти незаметен. Практически нет ударов по воротам. И, конечно, от него мы ожидали сегодня большего. И прямо в центр штрафной. Голкипер выходит и нейтрализует угрозу. Александр Самедов. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Джано. Есть хороший адрес для передачи. И пас обратно. Скучновато. Дмитрий Камбаров. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Мяч у защитника, он сыграл надежно. Хороший пас на ход. Это бить можно и забивать. Сейф, но атака продолжается. Угловой для Краснодара. Команда проигрывает. Тренер то ли кем-то недоволен, то ли хочет добавить перца в игру. Мяч летит в центр штрафной. Ну и вновь. Ударище просто. Выше ворот. Эвелин Попов. Две трети матча сыграно. Последние полчаса игры смотрим. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Он уже, наверное, видел мяч в сетке, а тут на тебе. Александр Самедов. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать. Вот мяч из боковой в такой близости от штрафной потенциально очень опасен. Матч остановлен и сейчас произойдет замена. Промис. Луис Адриан. Дмитрий Камбан. Простреливает. Кулаками играет вратарь и мяч выбит.
Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мяч в зоне атаки. Он с мячом и продолжает накрутку. Момент. Нет, офсайд. Тренер Краснодара проводит замену. Квинси Промис. Это может быть опасно. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Удар! Невероятное спасение. Так держать, вратарь. Ждем угловой. За лицевой. Это значит удар от ворот. Команда была фаворитом сегодня, и они выигрывают. Болельщики благодарят команду. До конца игры времени остается совсем немного. Команда побеждает, и нужно продолжать в том же духе. Как здорово сыграно головой. И так точно. Отлично сыграно. Надо решать. Пошли последние 15 минут. Луис Адриан. Александр Саменов. Тащит вперед мяч. Мяч за боковой линией. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется игра. Фернандо. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Есть адрес у этой передачи. Нужно забивать. Ох, какой гол! Какой гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Это его второй гол в матче. И это дубль. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Очередной гол, преимущество становится просто неприличным. Многие считали краснодарцев фаворитами в этом поединке, но никто не мог подумать, что соперник просто отдаст игру без боя. Это какое-то избиение младенца. Атака остановлена, но кто получит мяч? Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. И подает в штрафную. Голкипер забирает мяч. Камбаров. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Дмитрий Камбаров. Есть тут возможность к воротам убежать. Может быть интересно. И мяч оказывается у голкипера. Бакетти. Может получиться интересная атака. Нет, не дошел этот пас до адреса.
Федор Смолов. Забивать нужно! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел. И мяч будет введен в игру с угла поля. Подали мяч с углового в центр штрафной. Выбили у него мяч. Кому он достанется? И заканчивается эта встреча. Итак, что сказать, подводя итоги. Матч шел в одни ворота. Это, наверное, главное. Да, и мы с тобой прекрасно знаем, где эти ворота стоят и кто в этих воротах находится. Он отыграл сегодня великолепно. Все получалось на поле. Да, прекрасно он сегодня сыграл. Его дубль помог команде одержать победу. От штанги мяч отскакивает, забивай! Мамаев. Удар! Тут может что-то получиться. Мамаев! Хороший пас на ход. Этому бить можно и забивать! Сейф, но атака продолжается. Удар! Невероятное спасение. Так держать вратарь. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Есть адрес у этой передачи. Нужно забивать. Ох, какой гол! Какой гол! Забивать нужно! Проверка вратаря. Он на месте, никуда не ушел.